Приветствую вас, друзья! С вами Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня поговорим опять же об улучшении качества жизни и тема, как справляться с паническими атаками. На самом деле этот термин появился не так давно, и он характеризует вполне конкретные вещи, да, то есть когда на человека нападает кто-то, и он чувствует страх, панику, то есть состояние, когда хочется куда-то убежать, смыться, то есть сделать так, чтобы не чувствовать, по крайней мере, это состояние. То есть это очень сильное воздействие на человека. И оно происходит, опять же, таки вызывая у человека панику. Поэтому это и назвали панической атакой. То есть состояние человека настолько ухудшается, что он прям вот не знает, что делать. И человек чувствует различные ощущения в теле. Это может быть в сердце, например, какие-то неприятные ощущения в груди, в голове. Да, может быть, все тело сковывать. То есть такие ощущения, это они уже индивидуальны. Но в целом, конечно, есть те, которые повторяются от человека к человеку. Что представляет собой, паническая атака? Вы вдруг внезапно чувствуете, все хорошо. Тут раз вы чувствуете, что что-то очень поменялось в вашем состоянии. То есть чувствуете какое-то негативное воздействие, да? То есть и вот начинает там тело, может трусить, колотить, может появляться какие-то беспорядочные мысли, то есть состояние какой-то дисгармонии, страха, да? И вот все это мы охарактеризуем как паническая атака. Если, например, мы остановимся и посмотрим, откуда это приходит, то мы сможем даже определить источник, откуда приходит эта атака и как это, как на вас воздействует, да, то есть вы можете отследить это. Потому что сейчас появляется огромное количество способов воздействия на человека. Это и воздействие с помощью электромагнитного излучения от так называемых вышек мобильной связи, спутников, то есть воздействие через пищу, через посылание негативной энергии. И еще важный момент – это то, что у вас накапливается у самого большое количество страхов, сомнений, боли, бессознательности. И все это наполняет ваше тело негативными эмоциями. Получается, что вот этим, кто воздействует на нас, достаточно, включить свои установки, немного оказать влияние, и вот мы уже начинаем бояться куда-то убегать, или наоборот, это приводит нас к состоянию враждебности, злости и тому подобное. То есть все это ухудшает наше состояние и приводит к дестабилизации. То есть мы начинаем чувствовать страх, боль и негативные эмоции. Чтобы справиться с этим, важно понять, во-первых, откуда приходит это воздействие, да, то есть что это воздействие, что оно приходящее извне, что на нас пытаются оказывать влияние. И второе, это урегулировать то, что внутри вас, что это воздействие включает, да, потому что если бы внутри не было вот этой боли, то воздействие повоздействовало бы и раз, и прошло, и то есть не было бы, у вас бы ничего не резонировало. Вот, а так как у вас у самих есть эта боль в прошлом, да, в случаях прошлого, и они, то есть вот эти ребята, которые воздействуют, производят атаки, они эту боль включают, то есть они оказали воздействие, вы почувствовали, вот тут у меня есть болезненные ощущения. Соответственно, когда они это почувствовали, они продолжают воздействовать все дальше и дальше. То есть их цель какая? Вывести человека из гармоничного состояния и создать у него страх, беспокойство, желание там куда-то сбежать. То есть, ощущения, очень неприятные, да, которые вызываются у человека направленно, да, то есть специально, чтобы вывести его из состояния гармонии и спокойствия. Вот. Соответственно, на каждого это влияет по-своему, да, то есть вы можете сказать, на одного человека это влияет в большей степени, на другого в меньшей, вот, и, соответственно, у каждого это вызывает свои ощущения. Есть люди более подверженные, да, более чувствительные, есть менее чувствительные, вот, и, соответственно, цель это уладить в целом так, чтобы это воздействие на вас не влияло, даже если оно оказывается там целенаправленно на всех людей. Вот, то есть мы это можем сделать путем проработки негативного заряда. То есть мы определяем, что, какие страхи, какая боль включается у вас в результате этого воздействия, и улаживаем это. Это можно сделать в процессинге, да, то есть мы находим, откуда эта боль проистекает, да, у вас, вероятно, были в прошлом записи этой боли, бессознательности, страха, вот, и мы эту боль постепенно убираем, то есть убираем то воздействие, которое было оказано на вас. Соответственно, эта боль уходит, и состояние улучшается, то есть вы чувствуете себя более гармонично. Мы двигаемся внутрь за счет перепроживания, то есть мы двигаемся глубже, глубже, глубже и находим те моменты, которые у вас были негативными, которые у вас записались, и, соответственно, мы прорабатываем их и убираем. Вот, постепенно состояние выправляется и появляется больше осознанности, гармонии, счастья. То есть вы действуете осознанно и уже во благо, то есть у вас уходит вот этот вот стимул реакция, да, то есть на вас повоздействовали, да, вы получили стимул, и тут у вас возникает реакция в виде страха, в виде желания куда-то сбежать и так далее, то есть какая-то нервозность, это все уходит. Вот, и, соответственно, мы можем двигаться глубже и глубже и убирать те негативные заряды, которые вот стойко приводят к этим вот
негативным последствиям, да, то есть которые вызывают страх, боль, оцепенение, какое-то желание убежать, сбежать, да, то есть вот эти странные проявления в теле. Вот, то есть, и это все, опять же, мы делаем без лекарств различных, потому что они только вредят организму и не приносят никакой пользы. И, соответственно, без всяких влияний на тело, то есть без гипноза, без воздействия, а путем только осознавания. То есть в этом и есть ценность и экологичность практики процессинга, что мы делаем это осознанно, то есть с помощью осознания меняем ваше подсознание и выводим его на уровень осознанности. Вот таким вот образом, друзья, давайте сделаем практику небольшую, посмотрим, как мы можем это сделать, да, то есть как мы можем улучшить ваше состояние и, соответственно, исцелить его. Сядьте или лягте в удобном месте, чтобы вам никто не мешал. Закройте глаза и создайте пространство сессии. Почувствуйте себя в этом пространстве и ваше тело в этом пространстве. Вот. Ощутите это в полной мере, да, насколько это возможно. Вот. Дальше наполните это пространство любовью, счастьем, гармонией. Вот. И когда вы почувствуете эту гармонию, радость, счастье, посмотрите, есть ли вот в этом, ну, скажем так, состоянии, да, присутствуют ли, возможно, какие-то страхи, какие-то панические мысли, да, то есть суждения, что там что-то не так, что-то неправильно, что нужно там, ну, скажем так, от чего-то отстраниться, да, то есть прочувствуйте это состояние максимально глубоко. Вот, если появляются какие-то страхи, панические мысли, да, то есть какое-то состояние дисгармонии, да, посмотрите, откуда оно проистекает и что оно у вас включает, да, то есть какие это эмоции, ощущения. Вот, и отследите, во-первых, источник, откуда приходит это воздействие. И когда вы этот источник отследите, то дайте ему команду прекратить это воздействие. Да, так и просто пошлите ему такой четкий приказ. То есть я приказываю тебе прекратить это воздействие. Вот. И убедитесь, что эта команда дошла до того, кто это воздействие оказывает. Вот. И второй момент – это посмотрите, что у вас включается в этот момент, да, то есть какие ощущения негативные включаются, и проработайте их. То есть двигайтесь в эти случаи, откуда эти ощущения проистекают, и обрабатываете их путем воспроизведения как есть. То есть что это воспроизведение как есть? Это когда вы двигаетесь в случай и полностью шаг за шагом прорабатываете его. То есть проходите один раз, второй, третий раз, пока у вас эти негативные ощущения не покинут вас. Вот когда они вас полностью покинули, то вы можете на этом завершить и дать себе подтверждение, что это вот, допустим, негативная эмоция проработана. Да? Потом взять вторую негативную эмоцию, да, и проработать ее тоже таким же образом. То есть пройти этот случай один, два, три раза, пока вы не почувствуете облегчение. Вот. То есть ваша цель – это проработать все негативные эмоции, возникающие у вас, до полного облегчения. Когда вы его почувствуете, это значит, что на этом вы можете закончить. Да? То есть такие сессии можно повторять, опять же, такие ежедневно и даже нужно. Почему? Потому что это помогает в улучшении вашего состояния. Я, например, делаю тоже сессии постоянно. Да? То есть и моя цель – это как помочь себе, то есть, да, то, что я делаю сессии самостоятельно, соло, очищаю пространство, также и помочь другим людям, да, когда я с ними соединяюсь, и мы делаем сессии онлайн. Вот таким вот образом можно сделать сессию, да, то есть, если у вас что-то не получается, идет не так, или не получается уладить какую-то эмоцию, какую-то атаку, да, обратитесь ко мне, да, за помощью, я сделаю вам бесплатную консультацию, и потом мы сделаем вместе онлайн-сессию по улаживанию этого беспокойства, этой панической атаки, и справимся с этим окончательно. Вот. Потому что самостоятельно, да, может быть что-то не получаться, но обязательно напишите, как у вас это получилось. Да. То есть мы обязательно сделаем проработку и уладим это состояние. Вот. И будем, конечно же, на связи. Вот. То есть если вы почувствовали, да, вот уладили какие-то определенные эмоции, состояния, то на этом вы можете завершить сессию, наполнить пространство любовью, радостью, счастьем, и потом повторить эту сессию по желанию, там, например, завтра. Вот. Такие мы сессии проводим ежедневно в наших видео, вот, поэтому можете участвовать, да, и, конечно же, если видео вам понравилось, то поставьте отметку «нравится», это палец вверх, колокольчик, это напоминание о новых видео, которые выходят на моем канале ежедневно, включите его, и подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписчик. Добавляйте друзья в соцсетях, все мои контакты под этим видео. И, конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях, чтобы они тоже смогли узнать о нем более подробно и получить больше важной и нужной информации. Вот. На этом, друзья, мы будем заканчивать. В описании моей книги «Миры вечного познания и полное исцеление». Я их рекомендую вам посмотреть, почитать и написать ваши отзывы. Мне будет интересно ваше мнение. Вот. Также буду рад вас видеть в друзьях. Пишите. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, я основатель Академии Счастья, и я провожу процессинг, который направлен на улучшение качества жизни. Если вы
хотите записаться на консультацию бесплатную и процессинг, то напишите мне в личные сообщения или в Вайбе, так я отвечу быстрее всего. Вот я вам желаю счастья, гармонии, радости. И сейчас на экране появились видео, посмотрите их, там тоже о процессинге, о том, как убрать негативный заряд, как изменить судьбу, мой сайт и подписка на мой канал. Вот, так что подписывайтесь, приходите в гости, в друзья, и мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи!